Всем привет, друзья! С вами Алариэль, и мы продолжаем с вами приключения в World of Warcraft. И на сегодня нас ждет путешествие в Пандарию. Мы уже получили с вами в прошлой серии необходимые квесты для этого. И будем отправляться в Пандарию прямиком. Единственное, нужно разобраться только, куда нам двигать-то. Квест-то у нас есть. Это хорошо. Все на борт. Вот. Ага, чуть-чуть выше Агримара. Я понял. Ну, летим. Так, давайте, наверное, зарегаемся в случайное подземелье времени сумерек. Я не знаю, что это, но узнаем скоро. О, так вот мне куда. Мне похоже на этот воздушный корабль. Неплохо он так парит в небе. Дирижбобель такой. Так. Назгрим, мы прибыли. Добро пожаловать на борт кулака адского крика, Лариэль. Это его первый полет. Правда ведь, красавец? Конечно. Сквозь туман чувствуешь, Алариэль, это запах родного дома, земли, за которую наш род пролил много крови. И прислушайся, ты слышишь это? Так звучит мир и спокойствие в созданном нами прибежище, куда наши враги боятся ступить. Запомни это ощущение, оно вернется к тебе не скоро. Нас ждет война, в которой мы должны победить. А теперь иди и собирайся. Мы отправляемся. Так, принимаем. Можно отправляться, генерал. Итак, Пандария, друзья мои. Прямиком. Что же нас будет ждать? Я абсолютно вообще не помню Пандарию. Я там что-то бег по каким-то локациям кого-то. Там немного походил по ЛФРам. И на этом все успешно закончилось. Итак... Вернись на пост, солдат. Мы найдем эту землю или погибнем во время поисков. Земля! Опа! Ни хрена себе земля, да тут пики гор. Пошла жара. Мы тоже децл получили, а? Так, подъем. Ох ты ж, ё-моё. Итак, ох ты, ох. Шеф, шо робить? Шо делать? Алариэль, мне сказали, что ты погибла. Рад, что это не так. Нам предстоит победить Альянс любой ценой, ё-моё. Итак, раскрась мир красным.
Они вырубили наши двигатели, и мы упали здесь. Здесь, прямо на вражеской линии огня. Ты знаешь, что нам делать, Аллариэль? Спускайся под палубы и встань за орудия. Покажи этим уродам, что они на нашей линии огня. Сделаем, вождь. Бежим. Скорее, скорее. Спускаемся вниз, ща мы им зададим жару. Дадим им прикурить. Вперед, вперед, вперед. Пошла жара. Давай, 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 все сниму. Пушки и всю эту ерунду расстреляем. Полный автоматический огонь идет, а? Давай, давай. Пошла жара. Стараемся, шеф. Ух ты, черт! Ай! Я забыл, что я не умею летать. Вот это был фейл, друзья. Вот это дал, конечно, жару. Ё-моё. Блин. И как мне забраться наверх? Никак, что ли? А, не, фух. Блин, я не могу это делать мертвым, жесть. Окей, придется, значит, подниматься так. Хреново. Хреново, на ровном месте. О, выхватил так вот. Это фейл, а? Так, вождь, где ты? Ты ж был где-то здесь. Уже спустился вниз куда? А, гоблин у меня, я понял. Вот она, огневая мощь Орды, со всей ее красоте. Окей. Ну и ты неплохо тоже поработала, признаю. Завершить. Так, коснуться земли, Назгрим возглавил наземную операцию и попросил немедленно прислать тебя к нему. У нас есть несколько канатов для спуска, привязанные возле орудий. Это самый быстрый путь вниз. Но из тех, что, конечно, заканчивается удачно. Я понял, спасибо. Понеслась, десант. Ху-ху. Так. Отлично. Ух ты. Ух ты. Вот такие кошки интересные. Я хочу себе такого. А ну иди. Будешь теперь моим спутником. Мне, конечно, нужен волк. Но кошка тоже интересный вариант. Правда, я не совсем понимаю, почему не 4000 хитпоинтов. Но это ладно. Можно попробовать ее отпустить и потом призвать повторно. Понятно. Так, вот и ты. Я уже начал беспокоиться, что ты пропустишь все веселье. Мы их потрепали, пора их прикончить. Эту крепость надо очистить от Альянса, и нам негде держать пленников. Ты знаешь, что делать, Аллариэль. Эти трусы побегут, если дать им шанс. Постарайся им его не дать. Окей. Огонь — лучший ответ. Уничтожить их силы недостаточно. Нельзя оставить им ни единого шанса на спасение. Возьмите ружье и выстрели из него в боеприпасы. Пусть останутся ни с чем. Окей. Так, погнали. Ё-моё, я ж летать не могу. Это хреново. Мало того, летать не могу, так еще и... А, понятно, я, похоже, из-за всего этого кина у меня и маленькие
количество хитпоинта. Вызовем черепашку, она помощней. Пошла, Туртлес! Агри, родная. То у нас тут настоящий хардкор. Я тебя даже хилять буду. Ох ты, это... Опасно он так появился. Так, прохил черепашки. Отлично. Минус один. Так, что там с данжем у нас? Что ищет, ничего найти не может. Пошел отхил. Четверочка. Успех. Я больше не унесу. Да, кстати, бы распродаться было бы неплохо. Очень даже неплохо. Кажется, я что-то учуял. Залп, ракеты. Все. Взлетело на воздух. Ух ты, ё-моё. Прохил. Блин, а сейчас мне так точно впишут. Ах ты засранцы. Блин, грёбаная это дебаф, а? Так, решил немножечко подождать, дабы избавиться от этого злополучного дебафа, полученного по глупости небольшой. Вот. И теперь без дебафа мы без проблем с вами, друзья, сможем здесь навести шороху. Давай. Принять. Так, значит, а кого мне вызвать? Можно вызвать... О, нас бафнули. Давайте отблагодарим. Спасибо. Я этого не забуду. А, у нас умер Пет. Погнали. Надо подождать. У меня нет цели. Лежать, всех вас перебью. Мне нужна цель. Ты какой? Живучий скот. Так, тем временем еще дам пару залпов. Это заклинание еще не готово. Так, бежим. Тут и Палыч рядом. Смерть Ордеш, что-то он перепутал. Так, черепашка, ты там как? Себя нормально чувствуешь? Похоже, нормально. Идем дальше. Вот, а тут он целый вагон. Сейчас мы всех этих и работников раскочегарим. И сюда залп. Давай. Так, нет места для шелка, нехорошо. Для шелка место надо бы найти. Выкину этот хлам, возьму шелк. Залп. Не достаю. Слишком далеко. Так, тем временем мы уже практически на самом верху. Ну а тут и воргены. Так, наверное, я все-таки отпущу черепашку. Хочу посмотреть на кошку. Что тут я хоть себе затаймил? Так, кошка, хук. Пошла жара.
залп. О, еще разочек. Надо бы только ее прохилить, а то что-то ей нехорошо. Так, а это что? Ага, я понял, сейчас вы получите. Так, давай, наверное, вне стелса обитай, а то как-то уж больно долго вы крадетесь. Так, и чё-то я не могу понять, куда мне. Черепаха, вези меня. Опа, поплыли. Так, лучший огонь. Можно сдать. Вот только кому сдать? То ли я гоню, то ли лыжи не едут. Так, ну мне вроде как квест давали здесь. Правильно? Правильно. Вот только где горош-то? Неужто он пошел куда-то? Странно. Ладно, постараемся ворваться сейчас в главное здание. Свободно. Может, он где-то? Нет. Ага, все-таки похоже сюда нам. Как раз битва полным ходом идет. Так, молодчина охотница, мы их славно потрепали. Ха-ха, отличная работа, Лорель. Не останавливай, не оставляем ничего. Завершающий удар. Мы узнали, что их капитан забаррикадировался над нами. Этот трус отправил свои отряды насмерть, а сам спрятался от нашего гнева. Типично для Альянса. Неважно, он больше не сможет бежать от судьбы. Я поведу своих пехотинцев на стены, а ты возглавишь основную атаку на крепостные валы. Используй ружье для... подрыва взрывчатки, чтобы пробить себе дорогу. Встретимся наверху и вместе расправимся с этим ничтожеством. Окей. Погнали наверх. Огонь. О. Нас этим всем делом не остановить. Так. Еще одна баррикада. Подрываем. Че тут? На нас кто-то. Тем временем взорвем. Пробиваемся дальше. Охотница атакует. Не дай ей пройти. Что тут? Лорель, ты здесь. Атакуй их командира, а мы тебя поддержим. Окей. Иди сюда. Ничтожество! Мы не дадим вам уничтожить эти земли. Че? А ну стой. Так, найдите Дорена. Что за... Нет, у них есть скрытая воздушная база. Скрытая воздушная база! Мой корабль! Мой! Адский крик лишит меня головы! Соберись!
Воздушная база, которая находилась тут все это время. Если бы я только знал, отрядил бы больше бойцов к их орудиям. Эх. Пусть враги бегут, завидев тебя. Так, это все, конечно, замечательно. Что это? Чужак, это воплощение твоих сомнений. Пандария не похожа на те земли, откуда вы пришли. Она живая, она дышит. Вы должны думать о том, какую энергию приносите сюда. Мы приходим с счастью и желанием сокрушить наших врагов. Твой народ помогает Альянсу. Мы не хотим участвовать в этом кровопролитии. А теперь прикажи своим воинам убрать оружие, или у вас будет два врага на этом континенте. А как? Так, или с нами, или... А помощь жителей соседней деревушки стала необходимостью, Алариэль. Нам нужна эта деревня, чтобы позаботиться о раненых и перегруппироваться. Может быть, ее жители помогут нам после того, как стали свидетелем жестокости Альянса. Конечно. Так, ты будешь посланником Орды. Обеспечь нам помощь со стороны их главы и не разочаруй меня. Перегруппировка. Стало быть, у них есть авиабаза. На этот раз недооценил капитан Альянса. Погибло так много хороших бойцов. Некоторым удалось пережить крушение, а нам сейчас пригодится любая помощь. Разыщи в лесу всех, кого сможешь. И осмотри место крушения. Собери бойцов в ближайшей деревне для контратаки. Приказы будут выполнены. Уходи отсюда. Так. И разрушай лучше свою родину. Тажань Чжу. Лицом к лицу с последствиями. Я не знаю предыстории вашей войны, да и не хочу ее знать. Наша земля живо реагирует на любую отрицательную энергию. Ненависть, сомнения, насилие, которые вы принесли с собой, яростно хлыщут из ран Пандарии. То, что вы натворили, посеяло хаос в руинах. Идите же туда и приведите все в порядок, а затем возвращайся ко мне. Я постараюсь объяснить тебе, что произошло. Пандария вздохнет свободно. Ага, ну хорошо. Надо подождать. Ща мы тут я всем вставим. У меня нет цели. Так, давай. Это заклинание еще не готово. Мне нужна цель. А, мне... У меня нет цели. Повышен на 100%. Мне нужна цель. А скорость передвижения на Симирон увеличен на 25. Ага, ясно. Рожочек. У меня нет цели. Мне нужна цель. Я пока не могу прочитать. Я не могу атаковать эту цель. Мне подходящая цель. У меня нет цели. Мне нужна цель. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Как-то так, думаю, будет самое то. Прыжочек. Ох, тут ё-моё. Надо подождать. Это заклинание. Всё серьёзно. Я пока не могу прочитать это заклинание. Блин, что мне всё равно не нравится. Я больше не унесу. Да кто б сомневался. Это заклинание еще не готово.
Так, в принципе. У меня нет цели. Мне нужна цель. В принципе, здесь все. Что дальше? Ох, сразу два дебафа даже словил. Так, бежим, 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 бежим. Эти мне... Ух ты, ё-моё. Ладно, прыжочек в надежде, что я выжил. А, я могу кьюшечка, оп. По красоте. Хорошо, что запомнил. Так, койот, ко мне. Добро пожаловать. А приоритеты. Ага. Только посмотрите на этот бардак, весь хмель пропал. Тажанджу предупреждал, что мы держались подальше от чужаков. Но сейчас нам пригодится любая помощь. Мы везли хмель в цветущую зарю, как вдруг начался бой, и все наше добро пропало. А хочешь помочь нам? Может быть, ты найдешь какие-нибудь уцелевшие бочки с медовым хмелем? Тогда наши потери не будут столь ужасными. Докучливые хищники. Все животные взбесились. Обычно хищники держались подальше от деревни, но теперь мы не можем их отогнать. Они себя раньше так никогда не вели. Мэр даже позвал на помощь Shadow Pan, но пока еще никто не приехал. Не могли бы ты разобраться с хищниками, пока они не раздирали одних из фермеров? Ага. Я за километр слышу, как ты топаешь. Ух ты какая, возьми себя в руки, ты жива. Назрим приказал нам доставить сообщение в ближайшую деревню. Заметят моего приближения. Она нахлебалась воды, получила ужасные повреждения. Я не смогла выправить корабль. Ты хочешь сказать, она так выглядела до крушения? Хм, даже не знаю, древний хмельварский фокус. Вот так, совсем как новая, ну, по-моему. Темный мастер Кирин. Что? Что произошло, ё-моё? Я едва выбралась с тонущего корабля. Спасибо, я сама доберусь до деревни. Береги себя. Окей, no problem. Так, а я тем временем... пособираю все это дело. Ща паренька зарядим как следует. О, зараженные хищники, да? Братан, ты готов. Что с хищниками? Наверное, их надо просто перебить всех. Совершенно верно. О, кто-то на коне скачет. Не достаю. Слишком далеко. Опа. Я пока не могу прочитать это заклинание. Но с животных я точно ничего не получу. Что нового? Сержант, нам нужно перегруппироваться. Отправляйся в ближайшую деревню. Хорош тут отдыхать. У меня нет цели. Охотница, оплакивать товарищей мы будем позже, а сейчас отомстим. Я больше не унесу. Так, хорошо. Это все, конечно, замечательно. Но нам нужно еще раскочегарить этих всех кошек. Что там с данжем? Я сегодня хоть попаду в какой-нибудь данж из этого замечательного подземелья, господи, континента. Какой красивый и очаровательный был, а? Какая природа, какая музыка. Огонь нужно просто. Подойти поближе. Надо подождать. Еще не готово. Это заклинание. Кочегарим всех. Я пока не могу прочитать это заклинание. Успех. Слишком далеко. Давай в дальнего. Огонь. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Залп. Круто! Так, возвращаемся и можем... Ух ты! Что-то у нас здесь есть еще за квест. Я пока не могу прочитать это заклинание. Хорошо. Сбегаем, спасем. Кого нужно? Лодонь. Лодонь, да, это типа спонтомат ладонь. Так, братанчик, чего боишься? Не бойся, я с тобой.
Так, что там? Ордынец наверху, да, наш? Подъем! Нас Грим организует контратаку. Собираемся в деревне. Замечательно. Опа, похоже, малыш гоблин. Эй, как дела? Хватит летяничать, используй свой нож. Назгрим хочет, чтобы мы немедленно доставили сообщение в деревню. Удачи. Тут слакает. Куда спешишь? Разве это не обычный беспорядок? Да нет, это не обычный, да. Это война. Мне ух ты, ё-моё. Раз, это два, три и залп. Бежим дальше. Хоба. Боже, как долго ищется подземелье, а? Уже сколько? 40 минут практически. Это земля наша. Перегруппировка. Ты нашла все несколько уцелевших? Быть посему. У нас нет выбора. Будем играть теми картами, которые нам раздала судьба. Наши враги падут. Так. Довольно с меня таких, как ты. Лицом к лицу с пострадавшими. О, что тут у нас? Так, рад, что ты не боишься ответственности за свои действия. Если ничего не делать, то негативные эмоции могут очень быстро одолеть любого. Именно это и произошло с теми, кого называли, кого вы зовете нас Гримом. Ах, как... Это ваша война в руинах так влияет на местных животных. Это очень тревожная новость, ведь раньше звери никогда не вели себя так агрессивно. Спасибо за помощь в защите деревни. Но смерть этих несчастных животных настоящая уходи, трагедия. Если вы пришли сюда с войной, или с нами, или ваши раздоры принесли разорение в вашу маленькую деревню. Нам не интересна ваша война, сказать, но мы не прогоним раненых. Никто этого не знает. Сейчас бы крошечку гроба. Так, что у нас здесь? В поисках Зинджуна. Ого! Кто это подъехал? Ничего себе. Малый Грон. Блин, крутой. Так, ревет... Ревет утверждает, что видел, как Зинджун покинул корабль вместе с остальными выжившими. Это значит, что он может быть где угодно. Мы не остановим... мы не оставим его здесь. Его... Могли ранить или того в хуже взять в плен. Отыщи Зинджуна и приведи его ко мне. Отдохнем, когда закончится бой. Здравствуй. Но мы не переходим ни на чью сторону. Их война — это не просто расовая междоусобица. Их ненависть затопит нашу землю. Мы не будем принимать в этом участие. О как. Мне пора. Еще кто-то высадился на наших южных берегах. Не еще кто-то? Хм. Ну ладно. Терпение — главное добродетель. Да, приоритеты. Ну, не так много, как я рассчитывал, но обойдемся этим. Нет нужды плакать и проливаться пивом. Пивом интересно. Так, друзья, думаю... Было бы неплохо найти нам какую-то таверну, что ли. О! Продавец тоже подойдет. Я же тогда пандарин из других деревень. Думаю, гигантская летающая крепость до недавнего времени отпугивала всех потенциальных искателей приключений. Надеюсь, скоро увидимся. Так, на 14, 16, 14, 14. Ничего интересного. Но мы можем распродаться немного. Возможно, даже не немного, а очень-очень хорошо. Что такое? Эх, не могу, да? Ладно, продать. Продать. Туда же. Продать. Вот это вопрос. А ну-ка. Не вариант. Продать латы точно. Кольчугу на интеллект
Продать. Кстати, это надо бы открыть. Шапочка. Шляпа нам не нужна. Что привело тебя сюда? Латы продать. Кольчуга продать. Это тоже. На плечи Туарану. 333, да? О, это не то пальто абсолютно. Так, кожа продать. Пушка. Ага, не могу отремонтировать, нужно. Пойдем попробуем. Ух ты, хозяйственные товары. Может здесь? Нет, увы, не здесь. Отправимся дальше. Ух ты, портал в Огре. Мое почтение, товарищи. А можешь что-то рассказать о своей деревне? У нас здесь одни хмелевары да фермеры. Когда возникает необходимость, мы еще выходим поохотиться. Вот об этом-то я и хочу поговорить. Сложно охотиться, не имея нормального лука. Да благословит тебя нефритовая змея. Спасибо. Можно я у тебя децл подремонтируюсь? И немножко продам тебе еще. О, надо отметиться у птичника. Здравствуй. Так, птичник, ага, вот он. Что у нас здесь? Первая помощь. Рад видеть тебя. Прикольно. Обучимся. Семья, друзья, еда. А это что у нас? Наверное, какая-то квестовая штука. А это таверна, как я предполагаю. Да. У меня самые лучшие цены. Ну. Здравствуй. Музончик, мое почтение. Блин, ну это таверна, ну ё-моё, ну здесь... Здесь должны мне разрешать остановиться, там передохнуть, перекурить. Че ничего не предлагает-то? Плохо. Очень плохо. Ладно. Тогда остановимся просто где-то. О! Нашел, друзья. Вот это да, чуть не заметил сразу. О! Остановимся в таверне с вами и продолжим. Уже в следующей серии. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Не забывайте поддержать видео лайком и оставляйте ваши комментарии. А кто впервые здесь, обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить будущие выпуски. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.